Всем привет, ребят! Покажу вам резину на Ладу Весту Кросс. Представлено три модели. Это у нас Китай, Чемпира, GT Radial. Компания GT Radial, модель Чемпира FE1. Nexon, Корея, NBLUE HD+. И Pirelli Centurato P7. Начнем с самого дешевого, это Китай. Стоит она 400. Вот такой у нас рисунок протектора. Есть на бортовом кольце углубление под диск, ярко выраженное. Резина недорогая, отзывы о ней хорошие. Покупают ее достаточно часто. В принципе, можно кататься. Тем более на Весте Кросс особо быстро не поездишь. Хотя у нее индекс скорости W это до 270 км в час. В принципе, можно летать на ней. Хотя у Nexon и у Pirelli индекс скорости V это до 240 км в час. Получается, Китай. На Китае можно летать быстрее, чем на Pirelli. Ну, это можно сказать, может быть, китайцы просто так нарисовали W. Это никому не известно. Вот такой рисунок. Дальше у нас Nexon, всеми любимый. Очень популярная резина. Мягкая. Корт у нас не такой выраженный. Бортовое кольцо, как на GT Radial. Вот. Плюс у нас тут минус какой? Слабенький борт. Если хапнете арматуру, боковой порез обеспечен. Стоимость 4450 за шину. Натуральная Корея. Самый, в принципе, ее большой плюс, что делается она в Корее. Производство не переносили. Такой протектор у нас шоссейный, обычный. Очень хорошая резина за свою цену. Рекомендую, если вы ищете резину, там в вашем размере есть Nexon, вот эта модель NBLUE HD+, то однозначно можно ее брать, если вы не готовы переплачивать. Вот, эта резина у нас самая мягкая из представленных. GT Radial, кстати, жестче намного. Возможно, будет дубовая. И последний у нас конкурсант, это Pirelli. Самая дорогая из представленных. Стоит она 6600 за колесо. Вот. В этом размере вообще резина стоит прилично. Так что, если собираетесь брать Ладу Весту Кросс, то сразу откладывайте деньги на резину. Вот. Индекс скорости у нас его до 240, а на китайце до 270. Ну, скорее всего, на китайце, конечно, обман. Вот такой протектор. На бортовом кольце ярко выраженное, как сказать, углубление под диск, как на китайце. На Nexon не такое. Такой протектор, такая шина. Средней жесткости, мягче, чем Китай, но жестче, чем Nexon. Pirelli у нас отходит, наверное, где-то 4-5 сезонов примерно. Nexon поменьше, 3-4 сезона. Вот, за счет того, что она мягкая, но она будет очень комфортная. А Китай? Китай 3 сезона отходит, наверное, смело. Вот. Если понравилось видео, подписывайся на канал, прожимай лайки, пиши комментарии. Всем пока!